Здравствуйте, с вами Юшин и Сохенгёль. Быстрее, чем кто-либо. Еженедельное обновление третьей недели августа на день раньше. Приступим. Господи, как они быстро говорят. Теперь на серверах Эльви способ получения сил духа изменен с оружия на баф. В дальнейшем, после взаимодействия с духом Агьер, Карнака, Вильтара, при выборе желаемого основного и пробужденного оружия, без смены оружия можно будет получить дефект духа. Наконец-то. Время действия бафа идентично тому, что и было у оружия. А при открытии сундука с оружием, обладающей силой духа, или... А теперь сложный участок. При применении эффекта бафа в состоянии уже применяемого эффекта бафа, предыдущий эффект бафа будет удален, а новый эффект будет применен. Помните об этом. Ух ты! Была добавлена функция ускорения при автоматическом передвижении персонажа. Если вы установили маршрут для персонажа, который передвигается не верхом на лошади, либо переносит груз... Возле интерфейса выносливости появляется кнопка настройки автоматического бега. В случае активирования данной кнопки при достаточном уровне выносливости, при беге, при установленном пути, либо в направлении камеры, персонаж будет автоматически ускоряться. Если передвигаться без лошади, для ускорения приходилось постоянно нажимать кнопку Shift, но с добавлением данной функции у вас передвижение станет намного удобнее. И нам потребовалось для этого 7 лет. А следующие новости, скорее всего, будут рады многие искатели приключений. Тип лица и кожи темного рыцаря были улучшены. Улучшенная кастомизация кожи будет применена сразу к прежнему типу кастомизации. Это новости наверняка будут рады любящие темного рыцаря искатели приключений. Перейдем к больной теме, а именно о битвах за узлы и захватах территории. В данный момент проводится предварительный сезон захвата территории. В ходе предварительного сезона команды собирают какие-то мнения у непонятных игроков для улучшения битвы за узлы и захвата территории. Расскажем о предстоящих на этой неделе обновлениях по одному. Сначала новость о шкале боевого духа для поля битвы. Во время битвы за узел и захвата территории при 100% шкале боевого духа поля битвы при использовании навыка благословления битвы добавлен визуальный эффект, который виден только союзникам. При использовании навыка благословления битвы вместе с применяемым эффектом данного навыка будет также один раз отображаться визуальный эффект. Теперь можно немного проще и понятнее узнать о применении эффекта навыка благословления битвы. Также ранее при уничтожении врага шкала боевого духа поле битвы уменьшалась на 1%, а теперь на 2%. Далее, все осадные постройки, которые можно использовать во время осад, были упрощены до одного предмета. Теперь все осадные постройки, включая хвачку и огненную башню, можно создать с помощью инструментов для возведения осадных построек. При использовании предмета, инструменты для возведения осадных построек в новом интерфейсе можно выбрать подходящую для нынешнего уровня узла осадную постройку. В отдельном интерфейсе можно выбрать желаемый предмет и создать его. Приобрести инструменты для возведения осадных построек можно в магазине гильдийного поставщика. Также в ходе осады был увеличен на 10% наносимый чистоколу и воротам урон от атакующих навыков лошадей и гильдийных слонов. Теперь лошадки и слоники наносят больше урона чистоколу. И напоследок, над головой искателя приключений, который управляет осадными троллями и ограми, будет отображаться соответствующая информация. Теперь можно будет легко понять, под управлением какой гильдии находится тролль или огр. Ёпта! А следующая новость касается гильдии. У всех есть сервер базы гильдии, не так ли? Теперь сервер базы гильдии можно изменить. При клике на сервер базы гильдии в окне гильдии его можно установить. Но обязательно помните о том, что при изменении сервера базы гильдии будет разрушена установленная дрель гильдии. И сервер базы гильдии можно изменить один раз в 30 дней. Была улучшена мини-карта Арены Крови, чтобы было проще различать своих сокомандников и противников. Теперь, если в противоположной команде окажется согильдиец, то он будет отображаться красным цветом, как и все противники. А участники вашей команды будут отмечены белым цветом. Теперь станет немного проще отличать друзей и врагов. Теперь окно навыков станет удобнее использовать. Будет добавлена функция фильтра в окне навыков. Благодаря функции фильтра навыка гнева черного духа, специализированные навыки, навыки с оглушением, ошеломлением и другие навыки будут автоматически разделены по типу. Вот так можно выбрать интересующий вас тип навыков, что довольно удобно. Вам понравился выпуск еженедельного обновления этой недели? Если он был полезен, подписывайтесь и ставьте лайки. Мы стараемся донести информацию до каждого игрока, чтобы вы не пропустили много интересного. Еженедельное обновление Black Desert продолжится на следующей неделе. Пока!